В этом доме всегда рады гостям, но в субботу их ждали особенно. В доме ребенка малютка прошел день открытых дверей. В судьбе этих совершенно разных деток есть одна общая беда. По тем или иным причинам они остались без родителей. Конечно, в малютке с ними занимаются, оказывают медицинскую помощь. Дети сыты, одеты и обуты. Тем не менее, все они ждут маму и папу. Мы ждем больше всего в гости людей, которые хотят принять ребенка в свою семью. Потому что наша задача, самое главное, это как можно больше детей, чтобы как можно больше детей нашли свои семьи. Наше мероприятие посетили представители отдела охраны прав детства Калининского района. Также они могут задать вопросы нашему социальному работнику, психологу, который будет присутствовать тоже на этом мероприятии. Сейчас в доме ребенка 38 детей, 29 из них находятся здесь временно. Если их родители поменяют свое отношение к жизни, возьмутся за голову, то эти дети вернутся в родные семьи. Ну а 9 малышей ждут новых маму и папу. Здесь мы в первый раз узнали о том, что есть день открытых дверей. Мы являемся потенциальными родителями. Собрали пакет документов, хотим в поисках ребенка. Ищем своего. Специалисты говорят, важно не только, чтобы потенциальным родителям понравился ребенок. Главное, чтобы ребенку родители. Если это произойдет, дальше последует период всех необходимых оформлений документов и привыкания новых членов семьи. Так или иначе, первые шаги навстречу друг другу на дне открытых дверей будущие родители малыши уже сделали.